Мало кто знает, что наравне с Международным женским днем 8 марта, 15 октября, отмечается Всемирный день сельских женщин. Этот достаточно молодой праздник был утвержден на Генеральной Ассамблее ООН в 2008 году. Переоценить ценность женщин на селе достаточно трудно. Это труженицы предприятий, скотных дворов, птицефабрик. Как этот день будет праздноваться в селе Елшанка, узнаем из нашего сюжета, а также пообщаемся с представительницами прекрасного пола. Рабочий день Гильнасты Зединовой начинается рано. Она работает главным птицеводом в крестьянско-фермерском хозяйстве Сан-Киев, где выращивают индейок и уток. В обязанности женщины входят перевоз овса из амбара в птичник, кормление птицы, уборка загонов. Работа нравится. В хозяйстве птичница работает уже 10 лет, со всеми заботами справляется одна. За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие КФХ к Всемирному дню сельских женщин глава хозяйства поощрил Гильнасту Рафаиловну благодарственным письмом. Гильнаста, я поздравляю с Днем сельских женщин. Спасибо большое за добросовестный долголетний труд. Спасибо. И ну, желаю здоровья, успехов и дальнейших трудовых наших совместных встречений. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. В моем хозяйстве женщины необходим, так как у нас именно занимаемся индейкой, то есть ручной труд именно по ощипыванию птицы, именно при забое, к примеру, то есть это обрабатывание тушек и так далее, то есть это в основном женский труд. То есть это не такой тяжело физически, но рутинный такой, именно щипать перья, это очень, у девушек и женщин это лучше получается, чем у мужчин. Сам щипал, сам знаю, у меня это так качественно не получается. Помимо работы на ферме, не менее важной является профессия учителя. В Елшанке находится филиал Большеключищенской средней школы имени Каштанкина, которым заведует Филаткова Ирина Геннадьевна. Педагог с 25-летним стажем сама окончила эту школу, отучилась в Ульяновском педуниверситете и вернулась в нее же учителем. Сегодня в школе учатся 78 ребят. С каждой семьей учащихся Ирина Геннадьевна знакома лично. Как и многие женщины, из трудностей выделяют заботу о домашнем хозяйстве и огороде, но на судьбу не жалуются. Сельской женщине, наверное, потруднее будет, чем городской, да, потому что всегда есть еще домашнее хозяйство, и с ним нужно управляться. Даже небольшой огород, и то требует и сил, и забот, и много хлопот доставляет. За добросовестный труд педагог также отмечена благодарственным письмом от администрации Ульяновского района. Руководители местных органов власти и подведомственных структур сельского хозяйства спешат выразить слова поздравления в праздничный день. Наших сельских женщин особенно мы поздравляем, желаем им всего самого наилучшего и здоровья, еще раз здоровья. От имени администрации и от себя лично хочу поздравить всех женщин села, нашего поселения с таким замечательным праздником. Пожелать им крепкого здоровья, счастья, благополучия, чтобы все их мечты сбылись. Хочу поблагодарить вас за ваш труд, за ту доброту, тепло, которое вы оказываете, за ваше семейное счастье, за благополучие. От всей души здоровья вам и вашим близким. Вечером многие семьи соберутся в уютном кругу, чтобы поздравить своих женщин. А нашему телеканалу остается только присоединиться к вышесказанным поздравлениям. Будьте здоровы, милые селянки! Антон Никонов, Даниил Сурков, новости Улправда ТВ.